на конкурс «Дети читают стихи». Стихотворение «Памятник» Георгий Рублев. Читает Суслова Татьяна, ученица первого класса, школа номер 11 города Шуи, 7 лет. Суслова Таня. Стихотворение «Памятник». Это было в мае, на рассвете. Настала Стенри с торговой. Девочку немецкую заметил наш солдат на пыли мостовой. У столба дрожа она стояла, в голубых глазах застыл испуг, и куски свистящего металла смерть и муки сеяли вокруг. Тут он вспомнил, как, прощаясь с летом, он свою дочурку целовал. Может быть, отец девчонки этой дочь его родную расстрелял. Но тогда в Берлине под обстрелом полз боец и телом заслоня девочку в коротком платье белом осторожно вынес из огня. И погладив ласковой ладонью, он ее на землю упустил, говоря, что утром маршал Конев Сталину об этом доложил. Скольким детям возвратили детство, подарили радость и весну. Рядовые армии советской, люди, победившие войну. И в Берлине в праздничную дату был воздвигнут, чтоб стоять века, памятник советскому солдату с девочкой, спасенной на руках. Он стоит, как символ нашей славы, как маяк, светящийся во мгле. Это он, солдат моей державы, охраняет мир на всей земле.